Пятиклассники собрались в актовом зале на особенный урок по безопасности. В роли учителей специалисты службы муниципального контроля напомнили школьникам о правилах безопасности. На строительных площадках, вы знаете, очень много строительных машин и механизмов, которые несут повышенную опасность. Пятиклассникам рассказали об оборудовании, ограждении строительных площадок и опасных конструкциях. Не надо ходить на стройки и не залазить на объекты. Не нужно гулять по тем местам, которые вообще нельзя гулять. Нужно ходить, к примеру, по парку, там, дышать свежим воздухом, прогуливаться с родителем, заниматься полезным делом. Ребята, выслушав лекцию, задавали вопросы представителям власти. Мне интересовало, как, где это происходит, почему? Почему не закрывают стройки, почему некачественный забор, хрупкий, через него легко перелить или сломать? Я вообще посоветую не подходить близко к стройкам, даже к забору. То, что все может быть, что кран отцепится, и вот строительный материал полетит вниз. И может даже упасть на забор и задеть ребенка. Анапа – динамично развивающийся курорт. В 2012 году было выдано 506 разрешений на строительство в городе и сельских округах. В 2013 – 941, а за 9 месяцев текущего года уже 900. Кроме того, 56 объектов возведены самовольно, без разрешительных документов. Есть и такие, где строительство не ведется, и каждый такой объект или стройка опасен для детских игр. Специалисты управления муниципального контроля провели уроки в трех школах. Встречи представителей власти с учениками пройдут во всех средних общеобразовательных учреждениях города-курорта.